Всем привет! Добро пожаловать на канал «Кухня на любой вкус». Предлагаю вашему вниманию рецепт оладьев с яблоками. В глубокую емкость разбиваем одно яйцо, добавляем щепотку соли, 3 столовые ложки сахара. Все взбиваем. Добавляем 200 грамм сметаны, у меня 20% сметана. Половину чайной ложки соды. Одну четвертую чайной ложки корицы. Сразу добавляем 4 столовые ложки с горкой просеянной муки. Далее смотрим по консистенции своего теста. Оно должно быть густым и тягучим. Чистим 2 яблока и натираем их на крупной терке. Яблоки в тесте еще пустят сок, поэтому при необходимости добавляем еще муку. Тесто не должно литься с ложки, оно должно тянуться. Мне всего понадобилось 8 столовых ложек муки. Количество муки зависит от ваших продуктов. Это жирность сметаны, сочность яблок и качество муки. Жарить оладьи нужно в достаточно большом количестве растительного масла на среднем огне. Если огонь будет маленьким, они будут очень жирные. Если будет большой огонь, внутри они не успеют пропечься. Оладушки получаются очень нежные, вкусные, со сметаной или вареньем просто супер. Я желаю всем приятного аппетита! Ставьте лайк этому видео, если вам понравился рецепт. Подписывайтесь на канал «Кухня на любой вкус». И до новых встреч!